Итак, всем привет, с вами Топгай, мы продолжаем играть за Британию в мод на Первую мировую. И наши танки начали себя показывать. Немец дрожит, бежит, попадает в окружение, и это только начало. Вместе с нашей авиацией и флотом мы вгоним Германию обратно в каменный... мы остановим это ужасное кровопролитие, и наконец наступит вечный мир на всем континенте. Так вот, кстати говоря, если вы еще вдруг не подписаны, ребята, обязательно подписывайтесь. А у нас время захватывать Рейнланд. Наши танки сейчас пойдут сюда в атаку. И да, они просто сметают абсолютно любые здесь дивизии. Форсированную защиту они нажимают. Как будто это может помочь. Только лишние потери понесут эти ребята. Тем не менее, пускай пробуют, я не против. Мы же начинаем окружение. И, кстати говоря, думаю, наступило время и здесь начинать наступление. Ну... да, там потери, конечно, были территориальные какие-то, потому что они отступали, но ну, мы не можем из этого же вообще никогда не нападать. Ну, надо. Также можем взломать Германию. Начинают даже здесь наша пехота атаковать, потому что нет у немцев достаточно дивизий, чтобы фронт покрыть. И, в принципе, они даже не успевают, я бы сказал, покрывать его. Так что да, продвигаемся. Серьезно? Серьезно? Господи, насколько же этот мод сломанный? Я в него долго не хотел играть, потому что я вот вспоминал, что нечто такое. Ты просто начинаешь хотя бы чуть-чуть что-то делать, и ты победил сразу. Но серьезно? Ну, ноль удовольствия же. Ты не успеваешь получить удовольствие от игры. Вот сразу проигрывает. Я же не говорю о том, что на самом деле... А как побеждать здесь за Германию в мультиплеере? Это хороший вопрос, потому что у Британии... на начало войны есть танки, у чертовой Франции есть вот это, просто миллион истребителей клепают, тоже там есть танки очень быстрые, вот это вот французское чудо то самое, они просто моментально могут сделать танки тоже быстро, хотя, конечно, они тяжелые, но все равно это танки. Можете давать ваши предположения в комментариях, потому что у Германии даже близко ничего такого нет. У них есть, конечно, этап, который чуть дает больше планирования, но... это малое роляет, когда здесь огромная укрепленность. Организация тоже приятна. То есть, как бы, да, чуть-чуть они посильнее. И у них чуть-чуть побольше промышленности. Но это же ни в какое сравнение не идет с просто танками в 14 году. Конечно, я перешел наступление только в 15-м, но я просто ждал 4 танков. Чтобы наступать было поинтереснее. Так что, ну, можно было раньше. Ну и да, я даже не успел окружить, как они просто сдались. Я, честно, даже не знал, что так будет. Это действительно невероятно расстраивает. Ну что ж, давайте тогда займемся делением мира здесь. Все согласились замириться, никто не отказался. Кстати говоря, было бы прикольно, наверное, увидеть, как кто-то отказывается. Здесь куча механик каких-то турка есть, но они бессмысленны, потому что они просто уже проиграли. И вот мы делаем контрнаступление, в скобочках, даже не успеваем его сделать. Не успели даже доктрины практически прокачать совсем чуть-чуть. Ну, море очевидно закачали, и авиацию тоже, потому что у нас куча всего там. А армии нет. И за независимость Кореи прислал письмо. Нам не интересно. Интересно. Теперь вопрос, кто придет в власти, консерваторы либо либералы. Особо без разницы нам, если честно. Да, мы уже знаем, немецкий флот не топят и становление Веймарской республики. Господи. Насколько же разочарованием я теперь наполнен. Распад Австро-Венгрии случается, очевидно. Как говорят, Судеты почему-то не отпадают Чехословакии, Чешская Силезия не отпадает Чехословакии. Они что-то очень жестко поломали в этом моде после обновления. Появляется Венгерская Советская Республика. Вау. И Чехословакия свердат, да получает до конца своей территории, окей. И мир. Они моментально заняли Будапешт и... в общем-то, разделилась Венгрия, как и договорились. Протекторат Катар, допустим. Франция получила себе неплохо так территории, Россия тоже. И мы почему-то получили Кёльн. Ладно. Мы с игроками не можем выйти, потому что мы выпали из Альянса почему-то. Прекрасно. Ну и начинается новый век, Лига наций. А что это там? Они хотят... исследования... наследие? Наследование наследия, господи. Как пишут.
Допустим. Допустим. Переновать. Давайте. Иракское восстание. Не сильно интересно. Пасхальное восстание. В Ирландии, допустим. Декларация. Ну, так, ну это приказ Израиля, поэтому мы садимся на настоящую сторону этого прохождения. Кстати говоря, хуй знает, зачем фокусов-то тут нету, делать тут абсолютно нечего. Ладно, на такой прекрасной ноте мы, пожалуй, и завершим это невероятное прохождение. Господи, насколько же этот мод просто абсолютно сломан. Здесь очень странно все работает, это то, что работает. А много чего вообще не работает, Ишка вообще взяла и начала войска уводить. И потом взяла и просто сдалась, хотя, ну, можно было еще попробовать посражаться. В любом случае, с вами был Дабгай. Для ребят, подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, твит, скоро добусти. Все, ребят, как обычно. До скорых встреч, всем пока.